час. Радо вітає земля Сільвердянська. Свято знамене для кожного з нас. За візит до Ховеста ми вдячні. Він є визнанням високих заслуг. Архієрія, що нас наставляє, вір'я Бога і зміцнює дух. Світ православний вшановує нині пам'ять Єфрема, серця всіх чеснот, вчителя і покояння, і віри, символу справжніх духовних щедрот. Вмить особливу початку служіння. Дякуємо вірним присутнім усім, що долучились у день цей присвітлий до служби врочистої у храмі святім. Благословіть нас, Владико святий, прийміть ці квіти і хліб, знак нашої щирої поваги до вас. Ефрем, сегодняшний день усугубляется торжеством и вашего дня безыменинства. Собор архиереев, духовенство собрался под своды этого святого храма для того, чтобы разделить радость вашего торжества, которое усугубляется еще тем, что совсем недавно вы отпраздновали свое 40-летие со дня рождения. Достойный, хороший возраст, когда есть уже
мудрость, но еще старость не пришла. У вас еще нет ни одного седого волоса. И тяжело поверить, что вам уже 40 лет. Но это говорит о том, что ваша душа молодая. Вы родились в прекрасном Карпатском крае, и не просто ваши легкие насытились таким чистым кислородом, вот воздухом карпатским. Ваша душа впитала в себя ту чистоту народа, который на протяжении многих-многих веков страдал за свою веру, для того, чтобы сохранить православие. И вот все это вы впитали все от своей мамы, отца, от тех людей, которые близко были в разные периоды вашей жизни рядом. И сегодня вы достойно несете послушание Церкви Христовой здесь, у берегов Азовского моря. Проповедуете слово истины. Стремитесь своей жизнью показать, что невзирая на трудности, которые существуют, все же возможно и нужно идти ко Христу. Желаю по-братски вам крепости, нестарения, мудрости. И примите на молитвенную память, такой тоже скромный подарок, крест по Пангею. Одевая ее, их, помните в своих молитвах, и всех нас недостойно. С праздником, Преводыка! Может быть, сегодня я подобен тому Закхею, который не знает, что делает, и туда, и сюда хотел бы везде успеть. Вас, дорогой владыка митрополит Антоний, сердечно благодарю за то, что вы меня именуете другом, за то, что я имею в вашем лице не только друга, но в первую очередь наставника, в первую очередь пример для подражания. Тогда еще, когда в Закарпатье мы строили монастырь небольшой, тогда он был очень скромный, самый молодой монастырь. Великий престольный праздник этого обители, Преображение Господня, вы избрали наш монастырь и посещали в этот великий день. Это была вся гора ликовала, весь народ закарпатский. И, конечно же, мы тешились, мы радовались, и сейчас радуемся, что наш земляк обретает такой высокий статус православной церкви, своими трудами и талантами вы призваны служить. Когда мы стали ближе, я увидел вас человека, который не только администратор, не только ректор, прекрасный, богомудрый ректор киевских духовных школ. У меня тогда внутри родилось желание учиться под вашим наставлением, чтобы я окончил школу именно тогда, когда вы ректор, когда вы упорядочили духовные школы, вознесли их на очень высокую высоту, задали очень высокий темп и уровень богословского образования. Вот именно тогда я захотел, потому что я увидел в вашем лице, насколько это правильно, насколько это необходимо в современном мире. Поэтому уже в этом вы родили у меня желание совершенствоваться и в науках богословских. Для меня сегодня счастье и великий праздник, что вы, имея такой график ваших переездов по разным церквям и государствам, вы смогли найти в своем плотном графике и в этот день быть рядом с нами, возглавлять это торжество и радовать нас своим присутствием. Мы имеем возможность получить ваше слово назидания, заверение в вашей любви. И это вновь наполняет нас силами, меня наполняет силами для дальнейшего плодотворного, надеюсь, служения Божьей Церкви.